С 18 октября на территории Алчевска трудятся бригады вологодских коммунальщиков. За 3 месяца в командировках побывали порядка 20 человек. Ранее из Вологды отправилась 4-я бригада сотрудников водоканала и теплосетей. Все ребята добровольцы, самый квалифицированный персонал. Всех мы ждем дома, думаю, что и семьи ждут, конечно. Желаем, что удачи, работу они свою знают. Очень хорошие отзывы с той стороны. Вологжане прочищают сточные канализации и меняют внутридомовые трубы на своем участке работ. Большая часть работ происходит вручную. Необходимой техники в городе не хватает. Там все вручную, вся работа. Там нет спецтехники никакой. Инструмент коммунальщикам приходится привозить с собой и оставлять там. Кроме того, у материала, из которого делают трубы в Алчевске, есть недостатки. Сохранности труб мешают и неправильно спаянные отопительные сети. На морозе хрупкий пластик лопается, и его приходится дополнительно утеплять. Утепление идет в теплосети, самих же стояков, розлива внизу в подвале и на чердаке. По словам коммунальщиков, обстановка в Алчевске рабочая. Так как в городе действует комендантский час, вечером на улицу никто не выходит. Вода в Алчевске на сегодняшний день доступна жителям по графику 2 раза в сутки. С помощью вологодских коммунальщиков власти города рассчитывают наладить подачу воды в любое время суток. Нареканий никаких нет, ребята работают молодцы, и мы рады оказанию помощи, то, что наши специалисты помогают, по крайней мере, восстановить эти системы. За время работы усилиями вологодских коммунальщиков на территории Алчевска было снято более 500 засоров. Ремонтные работы на внутридомовом трубопроводе были успешно проведены на 80 адресах. Екатерина Шабалова, Дмитрий Калининский, Алексей Сапегин, Михаил Протасов, Вологда РФ.